Hi guys. As if we are now getting used to almost daily videos from Russian mobilized soldiers, this one is different. The commander of this platoon is not appealing to Putin, but directly stating he is refusing to obey orders. These men were transferred to DPR for meat assaults and lost a major part of their personnel due to a complete lack of training and reconnaissance. Были мы призваны в территориальную оборону Белгородской области, где находились до 1-2 числа марта, город Шебекино. Нас перебросили сюда ночью, везли 14 часов, без всяких приказов, объяснений, ну и как с офицерами вообще-то должно быть, рекогносцировка проводиться, докладываться, ничего с нами приведено не было. Ни одного приказа письменно виде предоставлено не было. Документы уличного состава были изъяты. Непонятно кем, гражданской народности, полуформе, полунеформе. Но я так думаю, понимаю, что это из местной Донецкой Народной Республики ополченцев. Военные билеты были изъяты. До сих пор их в течение 5-й день мы сегодня, до сих пор ни одного билета назад не возвращено. От выполнения поставленных задач мы не отказываемся. Но только в составе вооруженных сил Российской Федерации. Нас загнали на штурмовать деревни, не обученный личный состав. Абсолютно. Средний возраст 40 лет. Люди разных возрастов, разных конвенций, профессий, я не знаю как. Но погнали по прибытию сразу же штурмовать деревни. Без рекогносцировки, без связи, без разведки. Вообще без ничего. Населенный пункт, привязки к местности мы не имеем, карт не знаем. В общем, какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода. Из всей роты. Prigozhin recorded a message where he talked about the last step for Wagner PMC and then said that the world has not yet encountered a well-trained Russian army. Your thoughts about this video? И так далее остаются в памяти народа. Так и с ЧВК Вагнер может случиться. Другое дело, что этот рубеж мы достойно возьмем. Что будет после взятия Бахмута? Вам министр обороны сказал о том, что после взятия Бахмута у нас откроется оперативный простор. И в настоящий момент мир не сталкивался еще с российской армией, хорошо подготовленной, с теми подразделениями, которые еще не вступали в бой, имея все возможное современное вооружение, средства разведки. Идеально подготовленные, они ждут своего часа. And the comedy hour is really good today. Russian women's coach Pavel Rakov gives Russian women advice on how to get their men into drafting offices and what to do if they are killed in the war. Но тоже начинаете постепенно как бы рождать у него тестостерон. Как это делается? Заорите, закричите, в доме мышка. Пусть он сбежит, у него сразу выброс тестостерона от того, что в доме мышь появилась, да? Вы на стуле стоите, кричите прямо вот так, вам... Страшно, мышка, главное сексуально, чтобы все забыли. А потом у него тестостерон, это выработался, что делать? Куда-то надо делать. Сразу вы ему, слушай, дорогой, пошли-ка в военкомат. И в этот момент он скажет, пошли. Часть из них сбежали. Не пускайте их домой никогда. Потом будут проситься мелкими перебежками. Понятно? Не прощать ему это предательство никогда. Всех в военкомат, понятно? Если он не хочет идти в военкомат, сами сходите и скажите, я знаю, где лучше. Так и скажите, адрес скажите, куда он ходит, где работает. Понятно? Он должен быть чем-то полезен обществу. И тогда он сможет потом обеспечивать вас. Потому что это главная функция. Просто многие сбой программы забыли. Поэтому заново начинается проблема. Понимаешь, как только мы что-то забываем из прошлого, героев забыли, проблема. Возникает, понятно? И тогда родина будет крепкой, тогда вообще все будет замечательно. Всем понятно. Ну а если убьют вашего мужчину, что делать? А что, раньше не умирают? Деньги получите. Деньги получите. И я рекомендую на эти деньги, знаете, что делать? Памятник ему поставить. А не одежду себе красивую. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day, we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.